Барси, сиди тут тихо, не лай, а то на нас сейчас нападают. В общем, привет, дорогие друзья, с вами я снова Игорь и Плей. Сегодня мы играем в Расмус, но на нас опять напали. Вы представляете, кто? Визерс или это? Еще здесь есть лад, вон там. Там еще оранжерея. Вот визера скелета можно пристрелить. Он ноу. Там идет визера скелет, который нас заметил. Хорошо, что это необычный скелет, это они издалека стреляют. Это читерство. Не подходи! Что? Иссушение! Нет! Я не должен умирать раньше времени! Я не должен! Ух, все нормально. Надо успокоиться. Все! Ближний бой включаю. Визерс, Элиот, иди сюда. Ну посмотрим на стене. Твое иссушение. Чего у меня лук в руках делает? Против моего назаритого меча. Опять иссушение. Сейчас я, может... Покажу свой оранжерей. Тут тропическое дерево не растет. Тут мои рядки, родики. С этой стороны еще мы не пропахали. Не успели еще сделать. Ой-ой-ой. Мне нужно сейчас есть яблоки. Золотые желательно. У меня их нет. Так, я вам лучше не советую быть в такой ситуации. О, съедим курочку. О, у нас тут еще баранина. Уши. Ой. Сейчас мы, по принципу, должны сердечко появляться, но у нас нападение визоров. Если они меня ударят, то можно сказать, там тоже визор. Что там жители, снайперы? Смотрите, там житель сверху упал. Нужно быть тихо, на шифте ходить. Так, там визор скелет. Минус в том, то, что вот эти иссушения, то, что они где-то будут сам умирать. Нас заметили. Парень, не подходи. А мне нельзя подходить. Нет, он меня уже ударил. Мы ему дали по башке. Съедаем. Съедаем наше мясо. О! Живой шашлык тут ходит. Там еще живой визор скелет еще один. Так, тут нам выпал стейк. Что если издалека? Приступаем к плану Б. Косоглазые, да. Я, в принципе, вот так могу убивать. Стоп, Эндер, у меня же там дома было, помните? Там визоры селены нападали на мой дом. Просто отлично. И там еще много. Ну, у меня дом еще выше, но... Он выставил меч. Видео уже меня чуть-чуть спалил. Атакуем. Так, визерс и леты. Даже с вардами было легче. А вот они же охраняют еще мои территории, моего дома. И Варден, если меня ударит, то он ударит. А тут еще такая ситуация, что я его убил. Да, я его убил. И мы получаем 2 опыта. Ну, ладно,
главное сейчас не опыт. Главное сейчас выжить. Ай, надо идти домой. Потому что ночь не сильно хорошее время. Сейчас мы проберемся. Иссушение! Меня сейчас убьют! Сейчас убьют! 100%! Ольга! Так, мы появляемся. У нас нет припасов. Но сейчас мы это исправим. Кстати, что если надеть броню? Забираем. Сейчас мы заберем ту броню. Но я еще даже сам не знаю, там мы будем побеждать этих визоров или это. Ну, есть плохая идея, это тут все взорвать сейчас. Так, берем назаритовый меч. Что мы еще можем взять? Создать смотрителя, это сильно плохая идея. Создать алема мы же можем! Так, все, визоры. И... Отлично. Я думаю, они меня сейчас... Они там подальше от моего дома находятся. Они прямо в моем доме. И меня кто-то сам ударил. Почему туда я просыпаюсь, меня постоянно кто-то бьет? Чего? Что тут происходит? Опять эта музыка? Да! Он взял мои вещи! Меня дверь подставляет. Он взял мои вещи, у него там алмазная броня. Назаритуй меч. И после этого момента я понял, с кем я должен сражаться. И с пауком тоже видео. Что у меня чат тут? И где паук? Ты... Забираем вещи. Я отомщу им вот за этот склад вещей. Давай, иди сюда, я тебе не дам подойти ко мне. Он что, реально слабый такой был? Это просто я сейчас сильно в ярость пришел. Было. Ну, рипер есть рипер, чтобы крипово выглядеть. Логично же. Идем разбираться. Разборки. Почему в нашей деревне постоянно идут такие нападения? Сейчас будут разборки. Хорошо, что они с собой еще визор или это не притар. А зачем мне алова визора? Вот! Видимо, они любят кузницы. У меня уже 7-й уровень. Не подходи ко мне. Смотрю, что ты умрешь. Ну, он сам умер. Потому что он сам ко мне подошел. Я буду им мстить за деревню. Особенно тому скелету, который забрал мои вещи. Понятно. Мы не справимся. Хотя у меня есть шансы. Эй, ты! Визоры? Меня сильно напугал тут рипер, потому что я просто стою, и тут он прям перед моим экраном появляется и взрывается. Сразу видно, что не любит меня.
Жаль, у меня с собой в инвентаре не было TNT, я бы его тоже бы взорвала. Все, мы убили этого несчастного скелета. Визера скелета. Ему до сих пор тая же. Все. Ауди бом. Следующая серия. Ладно, шучу, не следующая. Лет сейчас будешь лет без головы. Это типа ему, я ему сказала. Да, мне сейчас нужно на склад сходить, положить мои вещи и взять другие вещи, которые я потерял. Ах ты ж! Ты сам умер. Я только что его не успел ударить, а он сам умер. Это твои! Иссушения нет! О! Мне только что сильно повезло, то что иссушение исчезло. Поднимаюсь по лесенке. Чей-то лук. То есть стрелы. Алмазная броня это хорошо, но мне сейчас тоже надета броня. Мне сейчас сильный вопрос. Зачем мне вот это, то что сейчас бы... Ой, лошадь меня напугала. Я думаю, это уже визор мне пришел. Просто отлично. Сегодня мы поиграли. Второй раз уже. Дверь меня еще подставляет. Вот эта лошадь Тарзан, которая... О, ну, в принципе, мне сейчас повезло, что вещи рядом со мной. Мне сейчас сильно повезло. И там выпал опыт с меня. Тут лежали мои вещи, которые теперь исчезли, но на меня там всегда хагрятся эти скелеты. Каменный меч. Что там за скелет? Это что такое? Эй, ты, тыквамен, быстрее пошел сюда, ты чё? А где ты его вообще взял? У меня вопрос, это... Это что тут такое? У меня вопрос этому скелету. Зачем он ты вот туда все на голову напялил? Скелет, ну ты-то сейчас ужасно выглядишь. Вот особенно вот этот, его надо в лаву затолкнуть. Ага! Это, видимо, ловушка была. Типа я зайду сюда, и тут будет мало места, и он меня убьет. Тем временем он меня сильно убил, что у меня максимальное количество сердечек. Стоп, Эндер, я же могу взять золотые яблочки и объедаться ими. Тут дом поломатый, не обращайте внимания, это тут риперы. Специально, видимо, сделала. Напиши, поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вас тоже пугают риперы, которые ниоткуда появляются и взрываются. Но вы, кстати, не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Да! Так, тут что, нет золотых яблок в этом сундуке? А в этом есть даже сверкающие арбузы.
Кстати, я еще не пробовал морковочки. Ой. Ее обязательно сейчас попробуем. Броню еще желательно наденем на себя. А шлема что, нет? Шлема не... А, есть. Золотую морковочку возьмем. Но, видимо, скелеты специально это сделали. Музыку еще включили. Это видео музыка прощальная в нашей деревне. Что они типа сейчас ее разнесут. Да-ля-ля, пыры-ля. Посмотрим, кто его разнесет. Да, скелет? Сейчас не сильно у нас хорошие времена в деревне. Дома взорванные почти. Сейчас мы прыгнем в эту яму. Ем-ем-ем! Ай. Ну хотя бы не умер. А сейчас залезет нам паук. Или не залезет. Почему не залезет? Потому что мы его рухнули. Сейчас это опасная спецоперация. Съедаем морковочку. Она что, ничего не дает? А мне повезло, что там река. Почему повезло, смотрите. То, что я-то Спайдермен, приземляюсь. Не-не-не, бежим отсюда! Сколько их вас тут? Жители, спасайте меня! По мне еще там снайперы стреляют. Оуц йом! Выбираемся из воды. Медвежонка. Ну, спасибо. Ох, это... Отличная битва, я могу сказать бы. А тут еще зомбари. Это выживание видео в шахте всю ночь, я должен. Да, тут еще... А это... И она сразу вылечилась. Я сейчас извиняюсь, то, что читерить буду, но мне нужно выбраться из этой ямы. Ой. Хотите, сейчас выберем плоский мир? Тебя. Ладно. Под ноги, смотри, зомбарь. Ну что-то там, видимо, целая орда бежит. Ребят, я вам расскажу, почему я считаю, что нам нужно уничтожить быстро визоров и летов. Потому что, во-первых, визоров и леты сейчас вызовут своего титана, видимо. И нам конец будет. О, зачарованное яблочко. Интересно, интересно. И мы получаем полное оздоровление. Сейчас надо поспать и в бой. Да кто мне по ночам постоянно бьет? Вы не знаете случайно? Так. Сейчас я тут потанцую. Вы спросите, зачем ты танцуешь? Чтобы... Смотрите, что сейчас будет.
в бой. Кнопку нажму. Сейчас мне никто не страшен. Поезд на пауке. Ну, вернее, уничтожение паука со спины. В это время тогда жители вызвали подкрепление в деревне. Я что-то на горизонте не вижу ни одного визора с лета пока что. Хотя вон они на орах ходят. Тем временем я. Уничтожить их всех. Сейчас мы еще золотых яблочек съесть. Эй, ты! Визор Пейт. Еще, конечно, видео дует, я сейчас его убью своим идеальным аминным мечом. Тем временем я с Назаритовым зачарованным мечом на Назаритовой броне. Ему говорю, сейчас ты умрешь. И убиваю за два удара. Убил меня и взял мою броню. Ага. Мы замечаем в огне. Ой. Визор скелета, который на меня видео харится. Так, жительки, не против, сейчас я сейчас врву сюда. Давай. Давай, выходи на один на трус, видимо. Истушение! Истушение. А если я сделаю вот так? И. Я читер. Было искушение? Да не было искушения. Потому что сразу съел золотое зачарованное яблоко. Так, мы всех победили? Не всех. После я тогда говорил, мы не всех победили, то сразу появляется еще кто-то. Вот, например, вот этот челик с аминым мечом. Все, я их больше вроде не вижу. Может, подзорную трубу сейчас надо взять? Ну что ж, друзья, это у нас сегодня видео получилось. С вами был я, Игорь Иплей. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем добра. Всем щит возьму.